Летние каникулы продолжаются. У детей появилась масса свободного времени, но, к сожалению, не все предоставленные свободы распоряжаются правильно. Пока родители на работе, дети ходят купаться на реку и делают это в необорудованных для этого местах, что, конечно же, может закончиться трагедией. С начала 2023 года в водоемах Краснодарского края погибли 38 человек, из них 6 детей. Среди основных причин – купание в необорудованных местах и нарушение правил поведения на воде. Для того, чтобы не допустить таких ситуаций, в Славянском районе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных мест купания. Межведомственные комиссии совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации обследуют береговую зону реки Протока, а в поселениях – каналы и ереки. И, к сожалению, находят юных нарушителей. В ходе рейда в районе улица Новая и улица Набережная на берегу реки Протока были выявлены купающиеся в неположенном месте 6 несовершеннолетних детей. С детьми проведены профилактические беседы. Информация будет направлена в школу, доведена до родителей. Именно они в первую очередь отвечают за безопасность своих детей и должны знать, как и где дети проводят свое свободное время. Прежде всего обращаюсь к вам, родители. Будьте внимательны к своим детям, смотрите, куда они ходят. Дети ходят на реку, это мы видим и мы замечаем в своих рейдах. И сегодня мы посмотрели город Славянск на Кубани, реку Протока. На следующей неделе мы выедем в поселение. Там тоже есть очень много мест и на реке Кубань, и в оросительной системе нашего района, где есть излюбленные места для купания, куда все с удовольствием ездят. И, к сожалению, опыт показывает, что родители не препятствуют тому, чтобы дети в этих местах купались. Вода – это опасность для детей, особенно вода в реках, вода в неисследованных участках. Еще раз всех предупреждаю, уважаемые родители, берегите своих детей, не допускайте самопроизвольного посещения мест несанкционированного купания. Будьте вместе с нами, и здоровье наших детей, прежде всего жизнь, будет под контролем. Рейдовые мероприятия по профилактике купания детей в запрещенных местах будут проводиться в течение всего лета. Они пройдут во всех поселениях района. В случае повторного выявления детей, купающихся в необорудованных местах и без присмотра взрослых, родители будут привлечены к административной ответственности. Причем это не самое страшное. Самое страшное будет, если ребенок пойдет купаться и не вернется. Берегите своих детей, контролируйте, где они находятся, чем занимаются. Будьте ответственными взрослыми.